Правительство Украины предлагает жителям Херсона эвакуироваться из-за высокой вероятности обстрелов со стороны российских войск. По данным Института изучения войны, российские силы пытаются укрепить позиции на оккупированных территориях в Донбассе и Запорожской области после отступления из Херсона. В субботу в город впервые с начала военной агрессии прибыл поезд из Киева. Прокуратура Украины сообщает, что за последние 2 месяца на освобожденных территориях были найдены тела более 700 погибших. 90% из них – мирные жители. В ночь на воскресенье в Никополе Днепропетровской области десятки российских снарядов ударили по жилым кварталам. В Укрэнерго сообщили, что по всей стране в течение дня будут применяться плановые отключения электроэнергии. В субботу Киев посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил о неизменной поддержке Украине и анонсировал предоставление пакета помощи в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.